Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Заслуженный работник культуры России Анатолий Якодомов, служивший в Московском областном драматическом театре имени Островского, сейчас Московский губернский театр, умер в возрасте 78 лет. Его имя было хорошо известно в кругу театрального сообщества Москвы, его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием на сцене Московского областного театра имени Островского, где он служил долгие годы и сыграл множество ролей, приводятся в сообщении слова председателя Союза Александра Калягина. Калягин выразил самые искренние соболезнования родным и близким покойного. Горечь и боль утраты сегодня испытывают его коллеги, друзья, родные и близкие. Его будут помнить с любовью и благодарностью, отметил он. Якодомов был известен благодаря моноспектаклю «Есениана». Кроме того, артист занимал руководящие должности, в том числе в Министерстве культуры РСФСР, возглавлял театр имени Островского. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!